отношении даже меня более подлых, лживых обвинений на суде не было, как священники. Я ожидаю Христа с Запада, с большой буквы, с Запада. Как я могу ожидать Запада Его? Я говорю, я ожидаю Его грядущего на облаках небесных силой, славой великой. Патриархия уничтожена будет Богом, как самая жестокая организация. Она пожирает все. Маленькое замечание сделал где-то, по справедливости сделал, доказано, терпеть не могут. А где нет обличения, это 2 Паралипоменон, 25 глава, 16 стих. Там пророк пришел, обличал царя, он, а кто тебя ставил обличать тут? Замолчи. Он отошел и говорит, ты согрешил и не слушаешь. И я понял, Бог решил убить тебя. Убить. Патриархия обречена, я заявляю на весь мир. Это самая жестокая организация, которая ничего не признает, к любому строю пристраивается. К любому, какой бы он ни был. Вот сейчас там патриотизм какой-то надо восстановить. Потому что это... Какой потому что? И жил себя русский народ. Пустые деревни. В городах 4-этажные здания заросли травою. Никого нету. Рождаемости нету. Смертность превышает рождаемость. Ну даже отобьетесь. Где вы отобьетесь? А вот Татарстан, если он восстанет, а там такие радикалы трудятся, и они перерубят Россию пополам. Перерубят. А их-то перерубились. Казанские сироты откуда? Не от Ивана Грозного пошло-то. Мужского населения-то не было, все повырезали. И вот аукнулось через столетие. Да как так? Не надо как. Надо принимать данность. Это наше. Мы посеяли, мы должны пожать. А Чингисхан шел как? Ему тоже было трудно отступать. Было государство большое. Ну, наступил момент. Освободили Мамаева, побоище было. Так и здесь будет другие побоища. Россию будут рвать на куски. И с этим смиряться за один день. Дороги все будут забиты машинами, бензина нет. Одна железная свалка и помойка. Вот здесь и нигде зайти нельзя. Помойка, везде сплошь идет. Помойка. Никуда, вывозят сюда. И потому что на помойку вывозить, это деньги платить сделали. Поэтому никто и не вывозит. Более глупого народа, наверное, нет. А мы, православные, Святая Русь – это обман. Никогда она не была святой, она была захватчицей. Есть самое правильное определение, наверное, Ленин дал, Ульянов. Международный жандарм. Польшу подмяло там, все эти восстания были. Финляндию, они нужны ей были. Порт-Артур, какое среди Китая там, где, зачем? А сколько остального-то везде, где было-то? Ее растянут. Буквально в течение одной недели ничего не будет. Ничего нельзя сделать, ничего нельзя сделать. Ничего. Вот Дмитрий Смирнов, священник, говорит, нужно, чтобы в каждой семье с сегодняшнего дня рожали не меньше 8. Это не поправит положение. В каждой семье, чтобы рожали по 18. С 17-м ребенком Менделеев был в семье. И только через где-то лет 100 начнет маленько выправляться. Но это немыслимо, это не будет. Это нигде. Вот около трассы стоят и... Девчата какие-то курят, ну видно, как они одеты, явно, что это транзитное обслуживание, шоферов идут. Россия на панели. И спрашивать абсолютно нечего. И не с кого. Каждый строй, какой был, он защищал себя до последнего, и персидское царство, и татаро-монгольское. Наступил момент, и жили себя, Бог их убирает. Это написано, из моря выходит один зверь, другой, третий. У Ездра написано, у орла крылья, под крылья, какие вырастают, насколько... Мне тут цепляются. Великая Россия еще будет, какое-то пророчество, воскресит Серафим Саровский. Ой-ой-ой. Сумасшедшая, бесноватая Русь. Ее иной не назовешь. Где сейчас, чтобы не было, и везде суются-то. Давно ли было? И в Алжире, и в Кубе, и везде, везде, везде толкали свой этот поганый строй. И свой народ беднее некуда, и все отрывали своим. Рабы. Русские люди – это рабы, они свободными не могут. Дали свободу, 20 с лишним лет перестройка, и ни с места не сдвинулось, ни церковь, никто, только хватали. Храмы, доход и все. Погонь одна. Единственное – это где покаяние принесли, отдельные личности, отдельные герои веры. Это может быть. Смотрите, как кинулись сюда разные секты, изуверы, и все образовались здесь и зарегистрированы. А почему? Потому что священники не трудились. Не трудились. А вот они на нашей канонической территории вот такие гнусные слова придумали. В сторону его поведи. Нет. Кадр туда куда-нибудь поведи. Знаете, сейчас проезжали с Вяжки, монастырь, здоровый, милый, рядом, когда
скажите, тоже о монашестве. Царская земля. А? Николай видел сейчас, там проезжал от монастыря, сколько они везут. У меня есть выражение такое, это моя наработка. Я слишком много работал по теме монашества, все мировые уставы проработал. Это «Открытым оком» 7-8 том. Монашество в том виде, в котором оно образовалось, какое пошло, принесло зло. 100 крат больше, чем вместе взятые мусульмане, коммунисты, фашисты, масоны. Они самое ценное высасывали из народа. Монашество сошли недряхлые. Молодые, как у Пахоми, 11 тысяч мужиков в одном монастыре. И они их там гробили, не давая потомства. Отдельное что-то написали, да и то выдуманное. Что такое отчаяние, они не могут сказать. Не могут. Я сколько смотрю, что такое? Они вот начинают, откуда приходят, где апатия там это. На чем вызвано-то? Прилоги, это все придумки. Незнание Христа. Монастырские уставы Христа не предусматривают. Ему там делать нечего. Главное послушание Авве. Дороже поста и молитвы. Я говорю, вы хоть расшифруйте. Пост и молитва – это главное оружие против сатаны. Христос сказал, вы это оружие бросаете? Кто? Ну, этого оружия кто больше всего боится? Ну, я со сатана, если его... Это неотразимое оружие. То есть, я ничего не ем, так я делаю слабее. Телом, да, душа возносится. Мост и молитва. В это время мы, как в Турции, там 12 часов молитвы, и все двери открылись. И здесь, вчера, в другом месте, мы... Вчера вот были это... Вот это, газели из... На автозаводе. Там. А? На автозаводе ГАЗ. ГАЗ. Ну, Нижний Новгород-то. Ну, им созвонились там, главный конструктор, я хотел подарки сделать, так все и получилось. Ну, минуты не говорили. И как это Бог им положил на сердце. А мы стоим, то есть вы там еще были, а я вот на этом пройду туда-сюда. Охранник вышел, нельзя ходить здесь, все нельзя, на улице. На улице. Он там, где пожарная машина стоит, туда отойдите. Я отошел. Братья подошли, придут они, не придут, не сказали, кого глядеть-то, народ-то. Мы с бородами, там, один в сапогах. Я говорю, давайте помолимся. И вот мы стали молиться. Я помолились, поклоны сделали, а тут все смотрят, народ, площади. Подняли руки, помолились, опустили руки, стоят люди представительные одетые, 4 человека. Я говорю, не к нам ли это? Гляжу, к нам подходят. Они есть, и главное, там инженер назвались, это все у нас есть. Дальше возьмут заботу на себя. Их вины не было, что машина это поломка. Это деталь, которая из Ульяновска присланная, узнали. Это не они ее делали. Ну, составляющая это любая машина, откуда-то кто-то делает, они договариваются. Дальше они озаботились о том, чтобы нас в сервисе приняли. Бесплатно это все сделали, сняли, там коробка передач. Я посмотрел, ой-ой-ой. У меня-то забота всегда была одна, только что шину проткнет. Поэтому я набрал камер с собой. Шину проткнет. Ну и еще что я заботился? А, вот это амортизаторы, сальники переделали. Я считал, это большое дело. А о моторе, то все равно, что сердце. Ну сердце-то остановилось. Что теперь дальше-то? Ну, ухо болит. Ну, глаз чешется. Вот это я только знал-то. И они это там сняли, там втроем, четвером поднимают эту коробку. И там не все механизировано-то. Да видно, что хорошему мастеру показали. Вот его Александр Кузьмич там звать. А эти озаботились там Алексею. Видимо, позвонили, что накормите их. Он подошел в столовую, мы не пошли. Я не пошел, говорю, они могут идти, но я не люблю в столовую. И они тоже, братья наши, не пошли. Ну-ка. Дергайся больше. Сидеть. За хвостом бегает. Ну, сидеть. Ну, еще получилось. Принесли в коробке. И помидоры попить, и квасу в бутылке. Это Господь делает так. Это Господь, это по молитве. И вдруг пост и молитва не нужны. А почему? Потому что послушание дороже поста и молитвы. Я говорю, это сатана сказал. Ему он на что угодно, сатана, пойдет, лишь пост и молитва убрать. И на место Христа стал Авва, который пользуется главным оружием сатаны, чтобы не было поста и молитвы. То есть выше этого. Можешь не поститься, не молиться, но Авву должен слушаться. Я очень хорошо знаю жития. В общей сложности, составляя жития в симфонии, бегло, конечно, где-то. Я где-то около 11-12 раз его, 12 томов прошло, просматривал, прослушивал. И уставы отдельно, которые нашел, древние уставы. Это человека ненавистническое, это супер тоталитарное. Так вы против монастырей? Конечно, нет, я за монастыри, но не в этом виде.
Когда человек один, неженатый, Павел говорит, выдашь хорошо, а не выдашь лучше. Женишься хорошо, не женишься лучше. Один. На Бога надеешься, весь. Но у них цель-то была другая. Спрятаться, не говорить. Вот в монастыре 11 тысяч подготовили миссионеров. Представь себе. Да какой тут Татарстан? Это все православное было бы. 2 миллиарда мусульман были бы православные. Это монахи все сделали. Они, когда считаешь, некоторые селения были, по 50 тысяч человек. Государство начало разваливаться. Ганский собор говорит об этом. Правило на правило. Оставляли детей, оставляли мужей, жен, родителей. И на каждое явление было правило. Кто оставляет детей, там, под, как они говорят, то есть под клятвой, вот как, под клятвой, то есть проклят. Кто оставляет жену ради благочестия, под клятвой. Кто оставляет родителей, то есть все это уже тогда понимали, и соборы начали проклинать эти уставы. И это молчат, все это молчат, скрывают. Церковного суда нет. Вот, а епископ содрал со священника самодурством у нас на Алтае. Максим Дмитриев, с отца Павла Ермоленко из Камня на Оби. Ряску, крест, все снял. Никакого обвинения. Ты назад вещи не отдает. На 7 тысяч мы посчитали. Если он обратится в суд мирской, снимут сан. Церковного суда нету, 70 лет нету. Такого безобразия нигде нету, чтобы начальник, самодур, пришел, директор схватил, за бороду таскал, бил, и не было на него управы. Здесь полностью бесправный священник. Он вышвырнулся, он пошел куда? Пошел на маршрутке работать, пошел там куда-то, золото добывает, партия какая-то. Но он здоровый богатырь, он может все рыбачить где-то. И по сегодняшний день уехал, перевели епископа, и ничего не сделал, не изменил. Они безумно дикие, эти епископы. Представьте, человека с семьей полностью лишит всего. Но из алтаря выгоняют его. Он был там. За что? За то, что он взял с собой магнитофон записать слова епископа, что погружение должно быть при крещении. То есть, чтобы епископ повторил слова, которые до этого он говорил в Камне на Оби. Его попросили просто знакомые сделать это. И он поднял руки, они там, священники, это раздевают его. Он бы их разметал, от них праха бы не осталось. А он стоял и поступил правильно. Я обращался к прокурору края, я говорю, вы можете походатайствовать. Он удивлялся, прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Это что, у вас такой порядок? Я говорю, такой, суда церковного нет? То есть он должен быть, и церковный суд бы должен решить по правде. А в мирской нельзя обращаться. То есть любой произвол епископ будет делать. Он может быть мужеложником, может быть прелюбодеем, блудником, кем угодно. Я не имею права ничего сделать. Вот смотрите, что с Андреем Кураевым делают. Хотя Козлов Михаил, этот Максим приехал, доказали все. А его перевели на другое место, более почетное. Ничего нельзя сделать. И поэтому какое возрождение, какая великая святая Русь, ее не было святой Руси. Не было. Была языческая страна, которая ходила в храмы, Христа не знали, Евангелия не было. Везде говорится, познали меня через слово. Евангелия не было в народе. И вот мы везем книги, чтобы ответить на вопросы людям где-то, как священники препятствуют, сжигают книги. Евангелие раздавали, их собирали во дворе церковном, сжигали. Ни один безбожник этого не делает. Ни один. Как будто бы, я когда спрашивают, ну а как у вас епископы выбирают-то? Ну, кто знает, как выбирают? Ну, я примерно так знаю, как. Допустим, один епископ должен быть. Ну, а представляет 6 кандидатур. 6. Примерно так. И вот начинает. Кто из них самый жестокий? Ну, из жестоких все равно же самый жестокий есть. Ну, его выбрали. А как выбирают? Ну, корреспондент в тюрьме был, я примеры говорю. И вот у нас есть такой, говорит, который съел сокамерника. Убил его, разрезал ручкой шариковой грудь и в кружке сварил легкие съел. Ну, говорит, можно побеседовать? Я стала беседовать и говорю, вы, наверное, самый тут такой, ну, как сказать, злой. Да что вы? Я чужого это сделал-то. А он со мной сидел, он мать родную убил. Она говорит, можно с ним? Я встретился, он говорит, да я что убил-то? Я только мать убил, а он со мной один сидел. Он и сестренку изнасиловал, и отца с матерью убил. Я решила с ним познакомиться. Ну, корреспондент. А он говорит, да это что я сделал? Тот со мной сидел-то, это убил 48 человек, а я только 40. То есть самого худшего я, говорит, не могла найти. А по верующему я самый грешный. Павел говорит, я самый великий грешник. И мне Бог дал путь к свободе через Христа.
И мы с этим вот как раз и едем. Мы начали говорить все о вчерашнем. Чуть где что-то шевельнулось, ночью он уже поднялся, сегодня гляжу, смотрит, там мимо кто-то прошел. Мимо, в закрытом помещении, далеко, и он это все слышит. Вот гуляли уж и так далеко, где-то еще это маленько там пошли, там где сервис-то. Он уже насторожился, уже ушел. Но у него слух лучше моего. Сравнение-то какое. Ну что, сегодня он столько там деревьев, ну кустов. Прореживал, а там все равно их ломают. Ну вот глаза-то смотри какие смотрят. Ой, сердитый, а хитрый такой. Ну я сейчас тебя отцеплю, подожди. Ну отцеплю маленько, дай. Дай маленько отцеплю хотя бы. Подожди. Подожди маленько, сейчас, подожди. Я сейчас. Маленько. О, тут скоро у меня. Ой-ой-ой, подожди. Ураган. Ну отцепиться должен у меня или нет? Подожди. Поют жаворонки, татарское поле, слава Богу за все. Ну он вместе надорвал, я его дорогой-то шил порванный, взял с собой крючок, шило такое и кордовые нитки. И вот это где обтрепано было, все перешил, а это Сережа навязал, чтобы за узлы рука не скользила когда-то. С ним играть, это он Николай. Когда Сережа был, он торчит, кушает. Вот я сейчас маленько отойду, попытаюсь спрятаться. Посмотри, как он за мной сидит. Сам как будто бы ничего. Только я отошел, сейчас вот здесь вот прилягу маленько, чтобы он видел, как он бросится. Мне в это время надо ловить его. Уши на макушке. Вот я ложусь, а меня нет. Раз, и пошел искать. Все внимание на хозяина. Ну, вот он, Игнат Тихонович, спрятался в траве. Там оценить вам обещали. Как вы его оцениваете? Ну никак. На таможне. 150 тысяч евро не отдам. О, гладенький. Я его каждый день вычесываю. Вот сейчас я ему галушки, сухари и сгущенное молоко. Вот там даже еще вчера пирожки дали, мы с ним пополам их разделили. И он сидит уже, знает, что с ним делиться будет. Сушки делим пополам. Ой, до того умный пес. Ну что, вместе с нами терпит недостатки. Я ему грамоту опять выпишу. Целый коврик нашел опять большой. Ну как-то наградить надо. Он действительно как ураган. Как только кто шевельнется, у него такой мощный рев поднимается. Конечно, если недостатки. Недостатки какие? Вот как только подъезжаешь, он чувствует, мотор не так работает. Он насторожился. Если я носки надеваю, он тогда приподнимается. А если я фуражку взял, надел, беда. Тогда я фуражку скорее снимаю и ложусь. Он еще минуту не верит, что я не пойду никуда. Тогда только так. А сейчас так, я его как начинаю, я его святой водой-то. Пока он облизывается, в это время стараюсь выскочить на улицу. Он боится, что его оставят одного. Вот только выйду куда, а вы там остаетесь. Он не гуляет, ни на двор, ни идет. Он постоянно оборачивается. Ну, невозможно даже. Сильно привязан к дому. Как некоторые ребятишки в лагере. Вот он какой. Пошли мы сейчас там. Ну, еще. Ну, сейчас посмотрим. Да. Ну-ка, рядом сидеть. Сидеть. Вот, посмотри, я научились мы сидеть. Ну-ка, зайка. Зайка, покажи. Ну-ка, зайка. Зайка, вот он как зайку делает. Ну какой зайка у него сделает. Он молодец какой. Блять, пока нечего мы. В прошлом году он у меня не делал, а нынче делает. А ну-ка попробуем сейчас все команды показать. Так, гляди. Рядом. Рядом. Сейчас должен вокруг обойти и сесть. Сидеть. Садись. Он устал. Вот сиди теперь. Начинает команда давать, срывайся с места. Лежать. Лежать. Лежать, говорю. Вот поднимается и идет. Стоять. Рядом. Сидеть. Хорошо. Лапу дай. Лапу. Ой, молодец. Другую дай лапу. Другую. Другую лапу. О,
Вот он, молодец. Смотри, ну-ка, рядом. 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 Вот он как идет. Ой, молодец. Ну, гуляй. Палки пошел. Замечательный пес. Самое главное, защитная караульная служба. Никого не подпустит. Главное, обнаружит. А обнаружил, что мы молимся, Бог защищает. Но такие, чтобы сказать, а я не боюсь и лезу, пока таких не было. Его издалека смотрят, через это. Да еще на морднике он там. Все спрашивают, кто такой он, какой породы. Ну какой? Восточноевропейская, немецкая. Немецкие, а в Германии были, ни одной немецкой овчарки не видели. Всякие пудели там, ну, ротвейлера хорошего встретили в Португалии. Это было. Вот он, чемпион России. Вот уже год будет скоро ему как чемпион России. Он родился в 10-м году, в марте там, посмотрел какого-то марта. Короче так, 4,5 года, самый сильный, как говорят, сок. Вот, и да, иду, когда где прогуливают, что-то вынюхивают. Я так боюсь, эти даг-хантеры, как называют их, уничтожают собак, а траву везде разбрасывают. А он даже уже жует. Ну, крикну его, он изо рта вытаскивает опять. Тебя же хоронить придется, как меня. Мы с ним повязаны. Сзади сидим, двое. Но нам с ним хорошо, мы никуда не уходим. Ну вот, полет, как говорится, прервался наш. Вернемся домой, а дальше будет видно. Нынче мы по России практически не работали. Машина забарахлила. Она дорого нам стоила нынче. Одни эвакуаторы сажали более около 2000, в общем, евро, если взять, больше 100 тысяч. Я посчитал по всем переездам, что это обошлось. Там бы мы и не ехали, там, но эвакуатор. Первый раз везли 400 рублей по-нашему на 1 километр. Вот считайте, 100 километров провезли, сколько это уже? 40 тысяч. Ничего не сделаешь. Это Господь через это нас испытывает, нашу верность. Сейчас будем подыскивать волонтеров, кто может там за Москвой, уже где у нас лежат книги, чтобы могли развести по библиотекам. Где-то мы уже договаривались, где-то нас ждали. Так видимо, смотри, как тяжело дышит. Он бегал много. Он засиделся больше месяца-то. Я знаю, перепелку держали в клетке-то, а потом выпустили. Она быстро взлетела кверху и сразу упала. Вскрыли, у нее разрыв сердца. Атрофировалась. Ну, мы с ним похожи. Такие вот. Ну, вот показали урагана. Он проехал с нами это... Сколько вот мы ездили, он был везде. В общем так, 100... Если 7 тысяч там, ну, домой ездили, 1000 будет, 1000 отбросить. Вот 100, я думаю, больше 10 тысяч километров проехал с нами. Он был, купался там в залив, Тихий океан. Тут не пришлось купаться, Атлантический океан, Португалия, ну, видел. А в реках, озерах, Каспийские, Азовск, он везде купался. Тут увидал небольшая лужа, чуть не лег, я кое-как его оттуда. Ему надо сейчас купаться. Вот так, без собаки никуда. Я думаю, так, что из всех животных, которых человек приручил, видимо, собака была одна из первых. Больше всего Адам нуждался в охране, потому что все звери сделались врагами. Видимо, он заметил тягу, это волчья порода. Вот, а уж потом коза. Видимо, коза вторая была, как у Робинзона Круза. Ну, знаешь как? Собака. У нас получилось интересно, это было в Кемеровской области. Там последний пункт был. Ночью приехали, на него указали. И оказалась библиотека в одном здании с милицией. Но милиция, видимо, связана с охраной. Милиционер оказался недоверчивым. Ни документы не берет. Мы ему сказали оставить, а книги не берет. Ну что, приехали там охрана на милиции, милиция тоже. Они ему говорят, ты что не пускаешь-то? Не внутрь здесь-то. Он гонит нас от здания, как в Риме было, священник. Только нашли кое-как нашли храм православный Московской патриархии. Расположились, прижались к стенке. Ночь. Кто-то сообщил ему. Он прилетел оттуда, нас сорвал с места и выгнал. Вот так с нами нигде не обращались, как там, где узнали, что мы ночуем, православный священник. Я думаю, они везде такие, так бы обращались.
совершенно неверующие люди увидят, стараются как-то помочь. Вот вчера мы были в Нижнем Новгороде, там и принесли поесть нам, узнали, что пост, постная пища, там помидоры. Нас не знают. Не знают совершенно. Мусульмане, как к нам обращались, давали все. А это нет, среди ночи только что раскинули тут ночевать палатку, прилетел еще из посольства кто-то якобы, сорвал и выгнал оттуда. Вот более жестокого сословия, чем священники, патриархии, видимо, на свете нет. Вот когда Господь говорит, израненный лежал из Иерусалима в Иерихон, шел, и шел мимо православный священник, так этот еще более лютый волк. Этот мимо не прошел, он подошел, пнул его лежащего. Может быть, еще не один раз сюда в лицо. Вот с нами поступил в Риме. Надо рассмотреть, кто в данный момент, в июне месяце, от Московской Патриархии, там, кажется, Святой Екатерины храм, кто там был настоятелем? Рослый, сильный. Он никакого Бога не знает, ни милосердия, ничего нет. Это то, что Дмитрий Смирнов говорит, что мусульмане ближе ко Христу, ближе, чем православные. Вот эти вот. Представьте, среди ночи он лежит в постели где-то, и мы тут притулились, мы говорим, показываем документы, что мы православные. Он даже не определяет. Он-то так и понял, что мы из Московской Патриархии приехали. Главное, что ему могут сделать замечание. Какое замечание? Там территория уже за пределами, за оградой. Мы просто прижались там, как Николай провел машину, не знаю, там столбики такие стоят, вплотную, среди ночи. Прилетел, выплыл оттуда нас, да ладно, этот еще поехал впереди нас, показал, где можно в городе остановиться, ночевать, а там ни туалета, ничего нету.